Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает кандидат мастера спорта из Республики Узбекистан Давлат Азамов. 2004 года рождения, боксом занимается 6 лет. Давлат провел 70 боев, в 65 одержал победу. Победитель международных турниров. Тренируется под руководством тренеров Туйчиева и Алишева. Кто ж? Есть круга, есть. Все, все руки, все.
все второй раунд. В синем углу отдыхает Кенжакин Тимур, кандидат мастера спорта из Республики Казахстан. 2003 года рождения, боксом занимается 8 лет. Счет боям не ведет. Призер международного турнира Каракозы Абдалиева 2022 года в городе Жимкент, Республики Казахстан. Тренируется Тимур под руководством тренеров Билибекова и Кулжабаева. К данным соревнованиям готовил Алжас Утепов. Со счетом 3-2 победу одержал Кенжакин Тимур, Республика Казахстан.